На самом деле руки каждый день сейчас болят. Чего? Фиксировать спицы не надо. Короче, вставай. Этот еще 3 недели таскать, этот надо резать, спицы вставлять, все. Я сломал себе 2 руки, жестко сломал. Так, это левая рука. Прошла неделя, даже чуть больше после боя, нам надо провериться у врача. Да? Говорит, что возможно будет делать операцию. Сейчас мы приехали в травмпункт в Питере, сравнил еще его с травмпунктом в Москве и посмотрим, что нам скажет врач сегодня. Рука, смотрите, все руки повредились, все руки разбил, его лицо просто вот не падает. Я ему попадал постоянно. Первый раунд я законно проиграл, вообще без вопросов. Ну что, Денис Витацко, он дрался не спортивно. Я не знаю, зачем он это делал, если честно. Я сломал себе 2 руки, жестко сломал здесь так, вот эта кость с небольшим вывихом. А вот здесь жесткий перелом, скорее всего, придется делать операцию, сказали. Но, возможно, получится сделать без операции. Здесь какая-то штука оторвана. Если вы любите спорт так же, как мы, заходите к нашим друзьям 1X. Это профессионализм, множество видов спорта, а также быстрая и качественная работа. Переходите, пользуйтесь и получайте бонусы. А также крутая новость для новых пользователей. По промокоду BodyMoney вы можете получить до $100. Всю информацию вы найдете в описании и комментариях. Сейчас, ну, потому что, блин, узнать рука, потому что скоро бой, надо готовиться. Я очень боялся, что будет перелом. Это было жестко бы, если был перелом. Я бы все равно в сбой не соскочил, все равно был бы бой. Ну, хоть с переломом. Я бы снял бы гипс и пошел бы драться. Ну что у меня брат за осел, блин? Если стояли здесь полчаса, сидели на очереди, для того, чтобы он уже сходил, надо было отказаться купить медицинскую карту. Этот придурок нам даже ничего не сказал. Я забыл. Пока нет. Так, это левая рука. Вот надо на солнце. Вроде все идеально, да? Не знаю, это левая. Это вот правая. Правая. Тренишь, короче. Поэтому вот такая петрушка. Так и что делать? А чего? Фиксировать спицами надо. Спицами? Конечно. Операцию нет, да? Да, раз надо делать, короче, надо ехать. Ладно, говорят, сегодня, но мы поедем завтра. Да, надо ставить спицы, короче, там, таскать их месяц, блядь, и так далее, и тому подобное. В общем, не повезло. Вот снимки. Это же операция? Дали снимок сейчас. Ну, все, дали направление. Поэтому надо делать. Но, говорят, там такая операция несложная под местной анестезией. Снимем, что? Что сделаем? Короче, этот еще 3 недели таскать, этот надо резать, спицы вставлять, все. Надо фиксировать сустав. Я помню, здесь был магазин, а то бегите, пойдем зайдем. Здравствуйте. Тут идет левый и правый, а это у них сами. Почему цена разная? Он лучше или нет? Ну, конечно, он лучше. Мочить его можно? А, на большой палец, да? Бам. Я буду сам одеть, на самом деле. Это как он заменяет гипс, да? Да. Да, да, 21 век. Все решили сами, да? Угу. Вторую руку к спице надо. Спицы мы сами не сделаем. Небольшой глазик такой. Ну что, друзья, вы все видели сами. Вчера мы сходили в травмпункт, и прямо сейчас мы поедем в больницу имени Вредена делать себе операцию. Вот, мы обязательно потом заснимем, как получилось, что получилось, будут ли видны спицы, и вообще, нужна ли операция, потому что некоторым врачам отслали снимки. Да, и они сказали, типа, ну, кто-то сказал, операция нужна точно, кто-то сказал, операция не нужна. Обязательно мы уже пойдем именно к кистевику на консультацию. Ну, и, скорее всего, я думаю, что операция нужна, потому что, ну, несколько врачей сказало так. Вот, сюда мы установили вот такую штучку, ну, в это вроде видео видели, да? Установили, здесь вот палец так. На самом деле, руки каждый день сейчас болят, и что я могу сказать? Что, кто не падает, тот не встает. Мы продолжаем. Продолжаем трудиться. Даже несмотря на эти травмы, мы чуть-чуть занимаемся, проводим мероприятия, соревнования. В общем, каждый день работаем и пашем.